Кирчика, Одинцовского муниципального района. Торжественное награждение и слова благодарности ветеранским организациям. Глава муниципалитета Андрей Иванов и депутат Государственной Думы от «Единой России» Денис Майданов встретились с членами Координационного совета по делам ветеранов Одинцовского округа. Особые слова благодарности Координационному совету благодаря вашей деятельности, соответственно, появилась уже системная работа. Вы сплотили ветеранские организации, у нас есть четкий план. В округе 20 ветеранских организаций. В них состоит более 12 тысяч человек. Они активно участвуют в общественной жизни, поддерживают все значимые события, проводят патриотическую работу с молодежью. Все коммуникабельные, все общительные, все занимаются патриотикой, все занимаются с ребятишками, вообще со всеми организациями. Вот. Ну, естественно, Координационный совет, который возглавляет Михаил Викторович Солнцев, работает под его руководством ветеранская организация, куратор нашей Надежда Борисовна Дмитриева, которая курирует и с нами постоянно работает в тесном контакте. Конечно, хочется им тоже сказать большое спасибо в организации всех вот этих наших ветеранских дел. Участникам встречи показали фильм, посвященный почетному гражданину Одинцовского округа Константину Федотову. В каждой ветеранской организации есть люди, которые мужественно сражались за родину в героических 40-х. У нас самое большое количество участников Великой Отечественной войны. Их 9 человек. Кстати, в предстоящем 22-м году 8 участников нашей организации будут отмечать свое 90-летие. В основном это люди на ходу, активные, интересующиеся всеми моментами текущей жизни. В 2022 году Координационный совет продолжит свою активную деятельность. Цели уже поставлены. Сбавлять обороты ветеранские организации не планируют. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».